Барышня, ты остаешься у лодки, я не шучу. Сейчас мне нужно заняться взрослыми делами, но вернусь к тебе попозже. Обалдеть. Ну, у него, я вижу, автомат за горбом. Я видел, там люди ходят наверху. А это ворона. Господи, долгие заставки, это просто бич. Мой бич. Они просто дуплят мое терпение. Я не понимаю, почему в заставках появляется курсор мыши. Это вот он зачем? Вау, у него есть магнум. Магнум питон. Вообще-то кольт питон, а не магнум питон. Ладно. Вот мне кажется, что следующий динокризис должен вот так выглядеть. Смотрите, вот он приехал на какой-то остров, там какие-то динозавры летают. My baby, my baby, my baby. А что она может, твоя бэйби? На нее нельзя переключиться, кстати. Интересно. Может, ее но тут же завалено все. Да, блин, добро пожаловать, сука, в Silent Hill. Вот скажите мне, бля, куда идти? Ну, давайте проанализируем, блин. Завал он не хочет разбирать. По лестнице он пройти тоже, естественно, ни хрена не может. Может, тут что-то, блядь, не работает, как должно, а? Малая, он дорогу знает. Давай, веди. Давай, пошла вперед. Я до последнего надеялся, что сейчас здесь будет пещера. Похоже, еще есть шанс, что это нужная тропа. Что-то патронов ему прям валится. У него, походу, сейчас вообще сплошной батл будет. Че, берегись-то. А, опять тараканы. Так классно, вот в Резиденте еще никогда не убивались тараканы. Дальше-то куда? Да вот походу, что, блин, никуда. Реально некуда. Это круто, блядь. Последнее, что в Резиденте я хотел в этом увидеть, это вот такие места, где просто непонятно, куда тебе нужно идти. Это просто, блядь, мои любимые моменты игры и жизни, я не знаю, блядь. Я не, блядь, ой, блядь, ну как можно было так резиденты запоганить, а? Он не перестает меня удивлять, он хуже и хуже, блядь, становится в моих глазах. Мне что, блядь, на YouTube зайти посмотреть, куда люди пошли? Иди дорогу, блядь, показывай, нахуй, навязалась. Заебись. Да, действительно, я пошел, я так и сделал, потому что, блядь, ебал я в рот. Меня нахуй слишком бомбит от этой игры. Сейчас увидите этот прикол. Вот, вот он. Вот он, секретный камень, блядь, вот она, секретная щель. So what's your name, sweetie? Хватит с ней разговаривать, ублюдок. У него фонарь с собой. Жаль не посмотреть, что... Наверное, карман, который крепится. А, так это и есть Барри. Из первой ли части это Барри, интересно. У него была дочка, да-да-да. Возможно, это тот самый Барри. С
снова невероятное побоище с таракановыми скорпионами. В принципе, что неинтересное занятие. Это, я бы сказал, неинтересное и, видимо, нахрен ненужное, потому что лута в этой части не падает из них. Добрались, а ёптать. Ура. Вау, трава. Да пошла в жопу. Так, так, так. Комби-шмомби. Передать сочетание. Вау, три зеленых травы. А, соединил зеленую траву с красной, получил три зеленых. Логично. Пошли, монстры. У меня есть три пушки. Я этими три пушками, знаешь, сколько монстров сейчас уделаю, ты офигеешь. Ну, где монстры-то? Оу. Кто-то ему лицо уже обглодал. Сука, у меня пистолет, как у Робокопа, блядь. Такой же длинный и убойный. Жаль, что у меня не все такое длинное и убойное. Да, Рубинс Баррикелло рубает. Штурмовой винтовки. Ой, ко всему столько патронов. Нападайте на меня сотнями, я готов. Где эти псевдо-пирамида хеды, блин? Сразимся? Это не очкуют. Я бы тоже очковал, посмотрите, я просто иду, он... Все оружие, все пушки на показ. Где еще один? Чего? Я их типа вижу? Ты их типа видишь? При нажатом контроле она приседает, увеличивая дальность своего луча. Она приседает и писает. Это стелс, что ли? Пиздец какой-то. Ну, ты будешь это брать? А, это я сама себе пальцем показала. Когда она показывает куда-то пальчиком, она ходит тихо. Можно стелсить. Но когда мы играем нормальным пацаном, мы можем сделать вот так. Как там я фонарик включал, а? Два раза в ухо. Два раза в ухо. Лежи, братуха. Карта исправительного центра. Этот быстрый. В быстрого хуй попадешь. Что здесь делает Борис? Борис, ты что здесь делаешь? О, в каске вышел. Что, не спасла? Так. Да, ему главное смотреть, что в прошлой части, в первом эпизоде по 5 патронов падало. Этому падает, сука, по 15, блин. Плюс у девки еще патронов херова тьма. Целых 5. Ну, ей они вообще без нужды, поэтому... Жаль, у них инвентарь не общий. Зачем нужна вот эта тема с передачей вещей? Кроме как, чтобы бесить. Выжил, что ли? Офигеть. А если я гадаю, ёбнется он или выживет? Так, на какую кнопку этот сраный фонарь, блять, а? Управление, клавиатура и мышь, подробности. Блять, а вниз тут как-то можно пощелкать, кроме как клавиатурой? Смена оружия, вот. Смена вспомогательная, дымовая. Блять.
Движение боком, вперед, приседает, спортивный быстрый уклон, уклон действия, поиск. Ага, да, вскрыть, да. Включение, на Z фонарь, точно, на Z, это святое дело фонарь въебать. Я не понимаю логики в назначении клавиш, если раньше хоть как-то, и от слова инвентарь там. Фонарь на L включался, фары, допустим, так, еще с времен дальнобойщика, то что light это свет. Тут о таких правилах не слышали, поэтому фонарь на Z, бегать на Alt. Да, кто-то написал, что в Skyrim был бег на Alt, но Skyrim не шутер. Пока лук не возьмешь. Да и в Skyrim я очень давно играл. Что же вам не лежится, гражданин? Девка их типа видит, но я не понимаю, нахрена мне их типа видеть. Когда у меня есть типа пушка, мне не нужно их обходить, я их всех уделаю. Сука, вот когда они бегут, я нервничаю. А, он бы встал, наверное, если бы я... И нахера мне этот ящик? А... Он выбрал такой, знаете, из сеток и клеток, чтобы полегче. Молодец, уважаю. Уважаю твою логику. Черт, вот поэтому здесь поднять и взять разные клавиши. Что-то я ей даже руку не подам. Она сама подтягивается. Стыдитесь, пацаны. Я, кстати, до 8 класса, наверное, вообще не мог ни разу на турнике подтянуться. А он девка мелкая подтягивается. Ну и будут потом у нее плечи, блядь, как у Арнольда. Посмотрим, кто на ней женится. Так. А вот и ключик. От диспетчерской. Вот есть дыра. Я понял, на что ты намекаешь. There's something ahead. Be careful. И что делать? Ahead. Be careful. А что за порох-то? Порох, блядь, какой-то. Я назвал бы этого зомби-шпион. Потому что он подкрадывался. Опять Барри не просунет свою жирную жопу между двух шкафов. Так, а что у нас тут? А, все, мы пришли туда, где эти бабы были. Вот тут пушки прокачиваются. Но я не знаю, зачем их прокачивать для Барри. У Барри много пушек. О, смотри-ка. А вот Таня. Или как там тебя? Она же с кирпичом. С кирпичом может меситься. Но пока она носит кирпич в двух руках. Control room. Эти две тоже в control room хотели. Так и не дошли. Лежит опять. С таким звуком она кирпичом ударила, поэтому. Барри, не тупи, блядь. Тупить это для Барри просто хобби, на самом деле. Он не может без этого. Пока я не переключусь, он, походу, стрелять не начнет. Он не имеет права тратить патроны, он может только... ножом бить. Ну, помощник с ножом. Я вообще нахрен не вперся. Так, лежунчик опять. Вот теперь он точно не встанет уже никогда. Где-то же еще были. Вот ублюдок, а.
стоит тут, ждет. Ну что, мне походу вниз надо, да, или куда? Можно как-нибудь карту полностью посмотреть? Я рискну нажать на М, на М, на Н, блин. Пытаюсь представить, на какую карту, на какую кнопку может здесь включаться карта. Думаю, что на любую. Will Within'е хотя бы куски от башки отлетали, когда в нее стреляешь. Человек изъял желание пройти через ворота. Опять роман Кафка хуярит. В смысле, роман Кафки. Стих процесс. Привратник ответил, есть на самом деле... А, это я читал уже. Монтировка, которой у меня нет. Вообще-то я открывал этот ящик в другой компании, но, видимо, зомбаки его снова закрыли. У меня снова нет гвоздодера. Так, и все-таки я пошел вниз. Здесь по-прежнему ездят эти штуки. Дьявольски опасные. А я, кстати, молчу уже про то, что во второй части этой игры приходится ходить там же, где ходил в первой части игры. Это, блин, святое дело. Хотелось бы что-то каких-то новых мест посмотреть, не знаю. И как я остановлю-то? А, свет надо выключить что? А, я понял. Здесь время местами поменялось. Это сейчас показывают, видимо, события до того, как. До того, как тёлки здесь проснулись. Назад, дура. Я и выстрел могу разминировать ее. Нахрен мне бросать кирпичи в это говно, я не понимаю. Мелкая пиздося не пошла. Уйди, уйди. Она может пройти здесь и выключить электричество. Почему-то робот вот там теперь заклинился. Нет, видимо, это все-таки после того, а чьи-то она следы видит. Да, Барри их не видит, только она. Босые такие, но размер большой. Черт, даже по тем же самым, блядь, коридорам маршрут просто наоборот немножко. Там надо включить, тут надо выключить. А еще тут огонь горит. Way, а этому надо наоборот вниз, вниз пройти. Кирпич опять. Так, там этот ходит. Обморочный гонщик. Я не понимаю, эти стрелочки мне наверх показывают или что? Вроде наверх. Здравствуй. Он развернулся и в другую сторону пошел. Мне нравится его реакция. Там кто-то залип на костер. Ну, правильно, вечно можно смотреть на две вещи. Как горит огонь, текет вода и как у зомби разлетаются головы. Так, ну вот я и наверху, как и заказывали. А тут закрыто, да? А, у меня есть ключ от диспетчерской. Супер. Ой, блядь. Подожди, маленькая рука, сейчас. Автомат немножко слабее пистолета, раза в три примерно. Если не в 5, ведь они развернулись и поползли дальше. Очень круто. Видимо, попадая в голову этим зомбакам, я все-таки не задеваю мозг. И они поэтому ни хрена не умирают. Вау.
фартануло. Зачем, зачем такой ящик здесь, обитый изнутри каким-то мягким, мягкими тканями, если в них лежат сраные запчасти? Испытуемый J038 застрелен при попытке к бегству. Его труп должным образом утилизирован. До восстановления стены использовать камеру номер один. На входе на второй этаж запрещено. Офигеть. Я просто думал, что может здесь ящик можно открыть. Нет. Кто это идет? Ты задолбал, как синяк у ларька шататься. Ты или падай, или стой. Так. Сюда мне не надо вроде как, да? Но можно. А мне надо... Камера 1, что-то там какая-то. Там дыра. Дыра. Но в дырку пролезет только мелкая тёлка. Жирная жопа Барри опять в пролете. Опять босые следы 38 размера. Шлеп, шлеп, шлеп. Если не больше. Причем Барри не утруждает себя вопросами, куда ты пошла. Напутствиями типа будь осторожна. Барри знает, что нахер надо. Вау, мышь прошла сквозь стену. Я подумал, что может и мне можно. Ой, а теперь мне обратно идти надо. А, Барри сам обойдет. Смотрите, Барри там бегает, видно. Давай, Барричелло. Мало, это сильнее, чем, чем кажется. Надо было и дать ворота поднять, уверенно, она справится. Так, теперь уже стемнело. Быстро стемнело. Мы только что приплыли, день был. Хочу заметить, что Барри продвигается гораздо быстрее, чем две овцы. Блять, какой здесь все-таки поворот? Когда спринтуешь, А и Д кнопки начинают поворачивать монитор, а не заставлять персонажа бежать по диагонали, как это в нормальных играх происходит. Поэтому персонажа плюс плющит и колбасит. Ага, и как? А для Барри, наверное, уже открыли сарай. Странно, что вот этот ящик открыт. А! Тут специальный кусок стены отломлен. Отлично. И что ты мне делать предлагаешь? Пойди ключ поищи, да? О, кирпичом что ли? Кирпичом она сейчас замок сломает? Ну-ка покажи мастер-класс. Шикарно. Отлично. Да. Ведь кирпич, он же плотнее, чем железо, из которого сделан замок. Поэтому кирпич победил. Супер, супер. Бля. Черт, спринтовать это вообще гиблое дело в этой игре. Лучше не трогать эту кнопку. О, появился мой Самурай Эдж. Называется пистолет. Я бы его назвал Робокопс Ган. Да ладно, что, чтобы спрыгнуть вниз, нужна загрузка. Очень мило. Вау, а это еще что за... Человек-инструмент, смотрите, у него нога из бензопилы сделана. Сейчас. Он на Лиама Нисона похож, вот что. Так что мы участвуем просто в новой части заложниц. Куда она делась? Чуйка не видит ничего. Я буду звать ее Чуйка, потому что у нее чутье.
А, так он за бока уделал. Так он за нас, значит. Вот если бы он человек сожрал. Да. Бабайка. Я думаю, что из магнума я должен уделать его в пух и прах просто. Либо она порвет мне жопу. Вообще она похожа на одного из монстров из амнезии. Как раз ваншотчика. Шкафчик нельзя отодвинуть? Кажется, что такие шкафы обычно в резьбе двигаются, а за ними дверь. Что она видела, блядь? Где ты видела, ёб твою мать? Сука, мне кажется... А, надо, наверное, ее включить, и она покажет, что видела. Это же фишка игры, блядь, с двумя... В два персонажа одновременно. И что? Патроны к пистолету, ты рад? Придурок, блядь. Блядь, нахуй пошла! Видела она, блядь. Виделками, блядь, своими, ёпта. Well, that's one thing they left out of the brief. This island is completely crazy. Нихуя её напиздюлял. Ну и чё дальше? Да, Магнум, может, было на неё не тратить. Не такая сильная, как кажется. Что дальше-то, блядь? Сука, загадки в Resident Evil, это мощь. Куда пойти? Куда, блядь, пойти? Нахуй, опять, блядь, я нихуя не понимаю, блядь, в этой игре. Ебанутый, нахуй. Просто дерьмо, блядь. Что, что, что вы хотите, блядь, чтобы я сделал-то? Ёб твою мать, что? Подсадить ее на чердак, так как нехуй, давай. Сомневаюсь, что ей туда хочется лезть. Может, она сама должна туда залезть? Блять, нихуя не понимаю. Блять. А, теперь понятно. Теперь можно дальше дверь теперь толкать, а то девка же его отвлекла, да. Вот теперь он начал бороться с завалами на своем пути. Мужественно. Отлично. Почему-то фонарик выключается на эти моменты. Тебе не покер, что это было, дорогая? Пойдем отсюда. Что, их тут много, что ли? Ни одного. На весь лес. Вау. Где там грыжа-то у него? Понятно, стреляешь ему в эту опухоль, и он дохнет. Я предлагаю рашнуть.
ходит, он вообще, конечно, как... На, ёпта, не ждал. Да. Теперь я понимаю, зачем ему патроны. Ну-ка. Что-то блестело же. Похеру. Куда дальше-то идти, где свет? До этого я бежал на лампочки, но больше лампочек нету. Мне больше нравилось бежать в ту сторону, не знаю почему. Потому что это неправильно, наверное. Бежать надо дальше прямо. Блять, ну если эта камера дернется еще раз. Ой, я что нашел? Смотрите, вход. Это портал в другие миры, наверное. Сука, падла. Что тут дорожка, может, какая-то есть? Это не дорога? Похоже на то. О, да. Тропинка вывела. Наконец-то поляна. Где ты тут поляну-то увидел? Так. Ну что, мы доперли докуда-то, смотри-ка. Обалдеть. Даже каких-то полубоссов видели. Ну, у тех тоже были полубоссы. Little Pyramid Head. It's a virus some bad people used in Africa a couple of years ago. Да-да, объясняй девочке про Уроборос, про Хуеборос. Так, этот мертвый. А, записка сбежавшего. Поверить не могу, мне удалось выбраться живым, не скажу, что целым, но живым. Я так и не могу осмыслить то, что там творилось. Нас пытались запугать, нам забавлялись, это было безумие. А, в лесу мне встретились какие-то ребята, но мне они не по... но меня они не при... А, но мне они не поверили. И я их понимаю, я бы сам не поверил. В конце концов, кто бы осмелился пойти против той, которая нас всех спасла. В одиночку мне не справиться. Я ходил к радиовышке, чтобы вызвать помощь, но сигнал не проходит. Мы здесь совсем одни. Если не сообщить за пределы острова, нам конец. Она спасительница? Ну уж нет, скорее сам дьявол. Это так похоже на фильм «Хижина в лесу». Там тоже всякими кошмарами пугали. Не открыть. Ну? Где конец-то? Говорят, что эпизоды совсем короткие, по примеру Telltale Games. А, Capcom решил зарабатывать. Ну, сами посудите, что один эпизод этой игры, как я понял, стоит 600 рублей. А, возможно, стоит 600 рублей все эпизоды сразу. А, объясните мне, кто знает точно. Ну, вроде как говорят, что это все с целью заработка игра поделена на эпизоды. И больше ни для чего. В принципе, я согласен, я другого смысла я не вижу. Делить игру на эпизоды, тем более такую отстойную, как вот эта резьба. Куда мы вышли? Нихера не понимаю, я уже давным-давно заблудился. Пустая бутылка. Создание вспомогательного оружия. Создавайте вспомогательное оружие, сочетание бутылки с ресурсными предметами. Для сочетания предмета выберите пункт сочетания на экране. Так, ну давай, сочетаем несочетаемое, блин. Спасибо, что игра продолжает конопатить мозги вообще ненужной хренью своей. Почему просто не положить коктейль Молотова? Здесь опять улучшение. Здесь опять аптечка. Мне лень что-то улучшать сейчас, потому что мне нахер ничего не нужно. Я уже хочу просто, да, что, просто чтобы это закончилось. Ну, вообще можно было автомат прокачать. Ну, вроде и так враги дохнут, я живу. Что еще надо? Ну, вы можете, бля, быстрее спускаться-то, ёб твою мать, со своей малолеткой. Хватит очередь создавать на лестнице. Сейчас будет какой-то мазёвый файтинг, походу. И конец.
О, нихуя себе. На совесть ворота закрыты. Это так напоминает Алана Уэйка уровень на лесопилке, что обосраться можно. Тоже фонарик, пистолетик. Только там камера не была такой конченной, как здесь. Очень метко набросил свой кирпичик. Ну ладно, делает, что может, молодец. Сидит. Сидит и бздит. Я ж вспомнил, у меня сидя. Сидя лучше, теперь стрельба мощнее. А еще если пушку туда-сюда менять, вообще огонь будет. Классные скиллы, просто пиздец, как для Counter-Strike, блядь. Кто умеет юзать быстрое переключение пушки, тут в шоколаде, остальные в жопе. Ну-ка, оп, оп, вперед, оп, назад. И не успел выстрелить, пока действовал этот бонус, как я понял. Там уже 3 секунды вроде, да, написано было. Шикарно, куда мы идем? А, ну да. Все ж правильно, все же верно. Да. Ну давай, питание не заебись. Где оно? Твою мать, я так и знал. Теперь обратно здесь идти. Так, тут закрыто. Можем через эту комнату пройти, от нехуй делать. Все убито. Все. Проветрим этот домик, распахнув все двери. Пусть сквознячок продует, блин. Так, где же этот провод с саной? Вон он куда привел. И че, и как мне туда прорваться? А, вон вход на карте же есть. Пошла с дороги. На карте-то может здесь и вход. А, я понял. Нет, кирпич тоже не помог. Ну тогда я не знаю. Вот, блядь, в предыдущей кампании не было таких головоёбских моментов, где вообще просто не понять, блядь, чё от тебя хотят, нахуй, чтоб ты сделал. Вот скажите, блядь, что им, что они хотят, чтобы я сюда коктейль Молотова кинул, да? Я правильно угадал? Или нихуя неправильно? Может, нам окно распидорасить? Сторож выйдет, а мы войдем. На, нахуй. Нет. Понятно. На самом деле, чтобы сберечь свои нервы, я уже третий раз за прохождение вот только вот за этого пидораса смотрю на ютубе, куда идти. У меня прямо, что, блядь, нету столько крепости пукана, чтобы, блядь, думать над тупорылой игрой, сделанной, блядь, криворукими уёбками, в которую мне самому нахуй играть неинтересно и не надо. Оказывается, надо подойти, блядь, и подергать за дверь, которая, блядь, видно, что и так закрыта, блядь. Но долбоёб Барри не может понять, не может поверить в то, что его бицепсы не могут порвать 800, блядь, цепей. Теперь он нахуй выдает мысль, которую я заметил с самого начала, и вот эту стенку ломает, блядь, зомбак. Правда круто? Поверить, блядь, не могу, нахуй, что это игра 2015 года. А не древнее говно. Где у него опухоль-то? У него она есть вообще? Ёб твою мать. Отъебись от меня, нахуй. Чё ты такой быстрый-то стал, блядь, а? Пиздец полный, блядь. Сгорите, нахуй, в аду.
Ну это точно из Silent Hill монстр, по-моему, там такие же были. Похожие белые, у которых там эти штырьки какие-то на конечностях были. Я сейчас сдохну нахер, если меня кто-нибудь не остановит кровь. Чтобы она могла остановить мне кровь, надо ей передать, блин. Тогда она автоматом будет это делать. Я надеюсь. Пошел нахуй с этой грыжей, геморрой. Сука, как их тут много, блин, а? В них бы из какого-нибудь гранатомета выстреливать. Чтобы смотреть, где у них вздуется это говно. А здесь что, зомбаков типа нет, что? Офигеть. Теперь кран, блядь, заработал. Очень классно. Это, знаете, это так Manhunt напоминает. Только там стелс был. И зомби не было. Отлично, теперь снова идти через этот блядский дом. Да, ведь быстрый, быстрого ничего не открылось. Надеюсь, что враги тут новые не нарисовались хоть. А ходить взад-вперед по одним и тем же местам — это моя любимая херня в этих играх, в любых. Эта игра меня уже заставила всю тюрьму еще раз пройти теперь, блин. Теперь здесь еще. Да, море спецэффектов, отлично. Просто я за весь фильм 2012 столько не видел, сколько здесь за этот момент, как он разбил ворота. На это стоило постоять, залипнуть. Автомат их хорошо раздевает. Патроны, в принципе, тоже хорошо уходят от автомата. Только что были, уже нету. Ну это ты нахер, иди просто. Нас не догонят нахер. Отлично. Ах, там еще взрывные бочки стояли, которые я почему-то не видел. Ну ладно. Убедителен, молодец. Я думаю, что сейчас где-то уже должен быть конец этого дурацкого уровня. Да-да-да, вот он тоже пришел на радиовышку и увидит, что тёлки уже померли от старости, наверное. Нет, мы же, конечно, знаем, что Клэр выживет. Ей еще там в пятой части зажигать. А, нет, там Джилл Валентайн. Ну, в шестой, значит, Клэр где-то была. Ну, короче, была где-то. Опять урон плюс один. Давай автомат прокачаем. Мне насрать, но пусть будет. И никого тут нету. И он тоже пришел на радиовышку. И тоже закончил на этом свой эпизод. В следующем эпизоде Крис придет на радиовышку. Потом еще кто-нибудь придет на радиовышку. И потом они все встретятся где-нибудь. Дерьмолейшнс 2. Ура! Записали свои переговоры и оставили здесь, так что? Восику? Что такое восик? Полгода прошло. Даже ребенок удивился, как ты смог ей дать такое хуевое имя. Hey kid, you okay? Moira. She's dead. What? Moira крякнула. Как-то. Конец эпизода. Ой, это было это шедевр. Это шедевр. А, все, я аплодирую стоя. Потрясающе. Эпизод 2. Это очень круто. Да-да-да, давно мне не было так похуй на игру, давно мне не было так интересно.
Ну действительно, блять, это вообще пиздец. Этот геймплей, блять, это просто анекдот нахер. И сейчас они пытаются навалить спойлеров и спасти этим продажи своей игры дальнейшие. Потому что мне кажется, что люди просто не будут покупать этот кал. Разбитый еще и на 800 частей. А я понял, почему он через неделю только выйдет. Еще придумать надо, что будет дальше. В общем, всем спасибо, Амигос. Что-нибудь пишите, что-нибудь жмите насчет этой игры. Адьё.